Все, меня оставили. Тут только проблем с этим зданием историческим. Однако лифт современный. Вот здесь вот я могу установить кондиционер. Оставили меня на часик. Варвары укоротили трубки. Ну, я приготовился все спаять. Готов. Вот город. А лифт сам возвращается ко мне. В центре все время проблема с парковкой. Приехал на мотоцикле, оставил его и ливанул дождь сильный. Теперь солнце. Опять будет дождь, наверное, попозже. Повозился наверху. Теперь опять здесь внизу. И опять надо будет подняться наверх. Ну, красиво делают. И штукатурка. Ну, точнее, гипсокартон, но его же тоже шпаклюют. Красиво, ровненько. То, что мне до сих пор попадалось. Ну вот, штукатурка. А, нет. До сих пор попадалась очень грубая работа. Да. Вот пасмурно, все равно здесь жара. Вон я мокрый. Кондиционер здесь просто жизненно необходим. Еще бы я ему посоветовал вентилятор. Вот тут лифт специальный грузовой есть. Ты понял, дрова? Нет. Специально обученный человек. Вот у него специальный ключ есть. Спрекандывай, но идем, Марус. Вот. Кто попало, не воспользуется этим лифтом. Ну, есть и для нормальных людей там внутри. Такое здание большое. Можно заблудиться. Вот. И ворота тут открываются вот так вот. Такое старинное-старинное, а внутри начинка неплохая. Поехали. Из параллель авто? Ну да, для машин лифт. Все. Работу закончил. Позвонил хозяин, говорит, в другой части города потоп был, затопило его магазинчик. Сейчас разберется, приедет. До меня не сразу дошло. Лисо, это для машин, для жильцов этого дома. Они там машины ставят и лифт для машин. А я думал, просто грузовой. Вот так вот выехала дама с собачкой. Теперь можно спуститься мне.